Они не уйдут никуда, но львиную часть дня нужно просто посвятить настоящему грамотному изучению фигурного катания. Ученица Виктории Волчковой и Полина Коробейникова на льду. Двукратный бронзовый призер этапов Кубка России. Прекрасная программа. И вот стиль, стиль вот этой девочки очень виден. Я хочу поздравить Викторию Волчкову с этой прекрасной девочкой. Чудесная, музыкальная. Каждый шаг выделен. Очень нежно. Очень точно по элементам. Пока 3-2. Но само катание, манера скользить, сложный выезд с Ридбергера, очень хорошее вращение в заклоне. Такое настоящее женское одиночное катание. Просто хочется поздравить «Шоссе Москвич» с тем, и Виктора Николаевича Кудрявцева, прежде всего, что он позвал работать Вику и дал ей там полную свободу действия. Это очень, Виктор Николаевич, мудрый человек, и это очень правильно. Это его ученица. Мне кажется, что он многим позволяет работать, но недалеко не все остаются и пашут. Работа тяжелая. Не быстро приходит успех. Полина Коробейникова в этом сезоне выступила на всех 5 этапах Кубка России. Практически везде была в призах.